Че вы не торопитесь? Сейчас я куст проверю. Там обязательно какая-нибудь тварь сидит. В смысле, а снаряд куда накнулся? Че за дым? Кто накоптил? Так, хорошо, сейчас еще раз. Фиксируемся в кусте. Куда снаряд полетит? Где снаряд? В смысле? Че за ответка такая? Че происходит? Ладно, еще раз. Фиксируемся в кусте. Что? Не, ну как бы мне в целом ничего не понятно. Это может быть только если кто-то к бревнам резинки привязал. Хотя от этих двух коней что угодно можно ожидать. Котенок. Кысь. Куда ты закатился? Тут явно что-то твердое. Я вот тут подожду. Фиксируем механизм подачи деревянных изделий. Считаем до трех. Раз. Два. Три! На труп котенка не смотри. Слышь, а че это у тебя такое? Вот смотри, тут. Вот у меня ствол, а это что? Ну шевели. Оно шевелится, слышь. Вверх можешь? Ну подожди, вверх. Сука, что это такое? И тут не отмажешься, что холодно. Вон, видишь, цветочки растут, жара на улице. Не с такой шишкой лучше в лес не едь. Там белки злые. Поехали. Мы сейчас тигриный десант устроим. Смотри, там три гуся. Одного нашего Лёшу растаптывают, смотри. Сейчас мы покажем этим французским объедкам. Кавабанга! Ну, такая еще Ты что наделал? Ты что упал там? Ну, я как-то немного по-другому себе все это представлял. Ну и ладно. Пока танки в ангар идут, тебе пару осколков вскрыть успею. Да-да, я теперь тоже играю в Raid Shadow Legends. А из-за того, что в нее можно играть не только на компе, но и на мобилке. И она при этом абсолютно бесплатна. Прикиньте, да? А мир фэнтези тут вообще какой-то дикий. Тут темные эльфы в священный орден шатают. Банереты какие-то бесконечную войду с ордами нежити ведут. Короче, тут не скучно ни разу. А еще тут туева куча разных артефактов и героев. Если у тебя слишком дохрена этих героев развелось, то их можно пустить в расход, чтобы прокачать ими самого крутого. Вот это, например, что это за крестьянин? Или этот, он красавчик, конечно, жалко его. Но его тоже придется в жертву принести и апнуть главного героя, чтобы потом вывести на PvP-арену. И отхреначить всех, чтобы они прям синие стали, как изолента. А в игру еще недавно добавили групповую арену. Это же прям просто арена на максималках. И скоро за нее будут вообще супер-мега-плюхи давать. Вот я вообще люблю. А ты что, в рейд еще не играл? На что ждешь-то? Вон по ссылке в описании, там плюшек насыпят, там рук не хватит, ноги подставляй, там кикос просто. Так что давай, торопись. Бонус действительно только 30 дней. И аккуратней там, смотри, чтобы тебя дракон не схавал. Да тихо. Сидит. Меня там вон фарифляй. Он более опасен, чем ты. Тебя и так разберу. Хватаем. То, что я не просто так сдох и кого-то убил, это, конечно, здорово. Но два вопроса все равно остаются без ответа. Первый. Чё здесь делает арта? И второй. Чё эти там в Монголии сожрали? Почему у них бубонная чума сейчас? Всё, заряжен полностью. Ятри, кого ты ждешь? Вон, Вазик пасется. Сюда езжай. Данные, пошли. Сушечка. Спалила, падла. Вазик спрятался. В смысле? Чё при... Ты чё тут делаешь, алё? Дебил шотный. С носом поломан. Ай, бля, куда тебя прибивать? Серьёз, я что, еще и сдохну здесь, что ли? Мужики, не обращайте внимания. Я тут немного грядочки удобрял. Сейчас рассаду высажу. Через недельку за помидорами приезжайте. Если вы хотите, чтобы у вас всегда все блайнды летели только в цель, тогда жмем лайк, подписку и колокольчик. И все, кто сделает, сразу +10 к вертухе. Прям стопудово, +10. Чекайте.
А сейчас вашему вниманию порно-триллер «Мокрая сушка и упавший пиздрун». Вы что делаете? Вы что, одновременно с двух сторон толкаете-то, алё? Не, ну не то чтобы она сама не виновата была. Опа. Опа, а Ис-то хочет, чтобы его тоже большой дядя потолкал, да? А ты лезешь, придурочный. Он явно хочет тоже вот на место сушки. Но не получается так же лечь. Разгон берет. Ага. Ага. А дальше что? Оп, а вода холодная, да? Не, толкается. А что вы делаете? Давай, идиот, а? Они утопят раньше, по-моему. Опять разгон. Опять передумал. Опа! Прибежал! А что это, говорит, у вас тут, пацаны, происходит? Чё? А? Помочь? Помощь нужна? Не вздумай так прыгать, придурок. Она загружается. Так. Ну, я так и думал. Ну, вот, всё. Оставьте его там. А сушка довольная? Полный рот счастья ей напихали, побежала. Вот прям реально на наш кинематограф похоже. Отличная игра актеров. Надеюсь, второй части не будет. Не то, что мне совсем не понравилось, просто пока я на эту всю красоту смотрел, мы просрали все. Тут высоко. Наверное, пониже. Хоть не утонуть. Здесь аккуратненько съеду. Аккуратненько. Что-то особо. Косарь! Не, ну ладно, гуслю сняло. Башню свернуло. Косарь! Крахмал, алло! Кто-нибудь выйдет сегодня, не? Он сам выйдет. Вы чё? Стерва стоит. А чё ты тут застряла, а? Маленькая. Спишь ты? Не спишь. Ну теперь спишь. В танках хотела спящий прикинуться. Ага. Здесь и бревно кинут, и в жопу вы... Вообще ничего необычного. Просто два бревномета везут с собой дополнительные снаряды. Идущийся тигрь. А где пуха-то нормальная? Ну что, из этого огрызка стреляешь, что ли? Да, нормальная пуха здесь. У всех такая. Мы арта все, да? Так, ну что? Ловите чумоданцы. А прицел как врубать? Алло, ни снайперского, ни артиллерийского. Вообще никакого. Да, я отсюда точно никого не постреляю. Поехать надо поближе. Ничего у нас за второй снег. 7000! И 3, да? А тут 7. 7! Не, ну выбор очевиден. Чпоньк. Неплохо. Зафиксирован. Тихо! Так можно было, да? Вот это у тебя сейчас там обида по всей кабине размазанная. И ответочку лови. Стой. Стой, говорю. Подлец. 5-7 кусков. Иди сюда, ты ублюдок, мать, я тебя сейчас забыл. Чё ты тут? Вагоновожатый, что ли, я не пойму. Спрятался он тут. Вы только поглядите на эти цифры. Тут же прям само напрашивается сделать превьюшку такую прям мощную. А то я чё-то каждый раз мудохаюсь, по 3 часа их делаю. Вообще без какого-либо обмана, просто берем чуть-чуть меняем. Вот тут и вот тут. Текст еще какой-нибудь прям вот, чтоб шрифтов побольше. И цвета поядовите, и побольше цветов, разных цветов. Вот. Правда здорово? Ой-ой-ой. Прям хочется песню спеть. Прям хочется. Я пел ее уже, но еще раз хочется. Ветер морду. Do it! Гусь домой, пизд... Do it! Все, отпустила. Пизатненько. С кустиком тебя спалю. Ты меня не... Да как ты меня где-то за кустом ста... Ну или за травой тут хотя бы там бежит. За корнем деревьев спрятался. Что за свет ему нормально насылали? Десятру? Не на.
опять землю пристрелил. Ну ладно, ничего страшного. Перезарядимся. Пойдем еще раз спросим, как у них там бока. И что сделаем. Тридцатка вряд ли смотрит. Да? Здрась. Пизда. И снова всем привет, мужики и мадамы. У меня в этом месяце юбилей. И было бы вообще круто получить на день рождения подарок, чтобы был еще юбилей на канале. 50 тысяч подписчиков. И тут без вас вообще никак. То есть, если вы прям лукасов максимально много натыкаете, может быть, этот ролик там куда-нибудь зарядит в рекомендациях хотя бы, и нового народа еще набежит на канал. А я уж на 50 тысяч подписчиков что-нибудь придумаю. Либо там розыгрыш какой-нибудь большой, либо стрим проведу, либо розыгрыш на стриме, пока не знаю. Ну, чем-нибудь вас попробую порадовать. Ну и всем спасибо за просмотр. До новых встреч в эфире. Пока!